Слава нашему Господу, что в нашем сердце сегодня есть желание, чтобы прославить Господа среди людей. Слава Ему за это и благодарение. И мы сегодня с особой благодарностью хотим обращаться к Господу за то, что Господь сегодня дал нам свое святое и божественное слово. Я думаю, что у кого-то, может быть, появилось смущение, кому-то было сказано, и кто это может принять, кто это может разложить все по полочкам. Я помню, когда-то в свое время я буду говорить определенную тему на сегодняшний день, но хотел бы, чтобы мы сегодня обратили особое внимание. Потому что если Господь говорил, Он говорил не потому, что Ему просто надо было говорить и занять время. Он хотел что-то сделать с нашими сердцами. И не то, что, может быть, сегодня кому-то будет, может быть, не совсем приемлемо, то те люди, кому-то слово было обращено, они хорошо поймут, что-то к ним было обращено слово. Я помню в свое время, сейчас у меня практически такого не бывает, хорошо ты или плохо, не знаю. Но помню, когда-то был в одном служении, и тоже когда говорил слово, и вдруг оно прервалось, и пошло слово. И я знал, кому это слово направлено, но не говорил, не называл по имени. Там было обличение, там было предупреждение. И тот брат после собрания направляется ко мне и спрашивает. Никто не спрашивал, кроме него. Скажи, кому это было слово? Я говорю, ну, ты слышал, кому было слово? Имя не было названо, но почему ты именно пришел ко мне? Почему другой не пришел? А ты именно подошел. Поэтому я ему так и не сказал. Я ему дал на рассуждение. Но как раз я знал, кому было слово. Но там имя не было употреблено. Но пришел именно он. Поэтому пусть Господь поможет, чтобы все то, что сегодня было сказано, оно нашло своего адресата. И чтобы мы где-то не переправили то слово кому-то. Мы так тоже умеем делать. Правда, особенно когда что-то нам неприемлемо. И как сегодня было сказано, не хотим верить. Не желаем верить, потому что это нам неудобно. Это невыгодно, неудобно и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому я хотел бы, чтобы сегодня Слово Господне еще не раз прозвучало для нашего сердца. У нас есть Слово Божие записанное, но нам часто очень трудно остановиться на этом тексте и сказать, что это нам положено. И тогда Дух Святой, Он это прекрасно делает. И я думаю, что то, что сегодня Господь говорил, оно найдет своего адресата, оно делает свое дело. И во всяком случае, мы не останемся такими, какими были до этого времени. И поэтому, когда к нам звучит Слово Господне, это для нас очень большое счастье и большая радость. Вы помните время, когда Господь поставил Самуила пророком? Характеристика этого времени такая была. В те дни Слово Господне было редко, и видения были нечасты. А я думаю, что на сегодняшний день мы, в общем-то, сказать так не можем, потому что сегодня Библия у нас на столах лежит, и кто ее читает регулярно и с особым вниманием, то и в сердце уже лежит, и Дух Святой сегодня действует. И тем не менее, по нашим потребностям, мы и сегодня можем сказать, что Слово Господне редко и видение нечасты. Как хотелось бы, чтобы их было гораздо больше. Да уже за то, что мы имеем, мы должны благодарить Господа. Но очень хотелось бы, чтобы это умножилось. Умножилось чистое видение, умножило Слово Божие, чтобы нам благословение не просто оставить на прежнем уровне, но чтобы оно у нас росло. И мы сами тогда будем расти. И сами будем умножать благословение. Потому что Господь для этого дал нам Дух Святой. За что слава Господу и благодарение. И потому тогда, когда Господь начал говорить к Самуилу, он не понимал, что то Слово Господне было обращено к нему. Вы помните это место? Самуил, Самуил. Он срывается с кровати и бежит к Илию. Ты, говорит, звал меня? Это уже было время вечернее, спать ложились. Илия говорит, я тебя не звал. Он опять ложится, и Господь очень умеет настойчиво учить нас.
Он не обиделся, что Самуил не понял. Господь понимал, что он не понял. Он пошел второй раз опять. Самуил, Самуил, он опять бежит к Илью. Ты звал меня? Он говорит, нет, я тебя не звал. И третий раз. И, наконец, Илий понял, что Господь зовет отрока и научил его. Ты, говорит, вот что сделай. Иди опять назад и ложись. И как только этот голос услышишь, то ты скажи ему, говори, Господи, ибо слышит раб твой. И Самуил послушно это сделал. Он опять лег, опять говорит, Господь пришел и стал, как те первые разы когда-то было. И опять Самуил, Самуил, говори, Господи, ибо слушает раб твой. Так и так говорит Господь. Друзья мои, я бы хотел, чтобы с сегодняшнего дня Господь достиг вашего сердца и впоследствии стал говорить к вам, как понимающим истину Божию, как ищущим Слово Божие и как открывающим свое сердце для того, чтобы исполнить это Слово Господне. Господь этого желает, Господь этого добивается, и я думаю, что будут и такие люди, которые с сегодняшнего дня начнут подчиняться голосу Божию. Слава нашему Господу и благодарение. Но я хотел бы сегодня обратить внимание, то, что было сказано для ободрения нашего, в нем заключалось и нечто то, что мы не замечали за собой, и Господь вынужден был подсказать нам это. Вот пойди, примирись с женой, как будто мы не знаем, что с женами надо в мире жить. Но надо настолько быть естественным, что мы на это не обращаем внимания. Раз, два, три, ходим так, и внимания не обращаем на это. И надо сказать то, что известно давно, или другие многие вещи, на которые стоит обратить внимание. Поэтому я сегодня, перед тем, как мы еще будем молиться, и будем молиться, думаю, от всего сердца, от всей души, мы сегодня не будем ограничивать наше время, если Господь будет продлить наше свое общение с нами, то мы будем рады, будем благодарить Господа за это. Но я обращу внимание на одну тему. Я возьму Псалом 18, 13-14 стихи. Это была просьба, это была молитва, которой однажды под воздействием Духа Святого молился псалмопевец Давид. И он говорил так: «Кто усмотрит погрешности свои?» Стоит вопросительный знак. И дальше. Давид говорит так: «От тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения». Здесь Давид обращает внимание на одну из сторон нашей жизни, на наше хождение перед Господом, как мы исполняем Слово Его. И здесь две стороны нашей жизни, очень важные для нас. Он говорит вот о чем, что кто усмотрит свои погрешности. И выше, когда мы читаем несколько стихов 18 псалма, там написано, что Слово Господне это делает. Когда мы слушаем Слово Божие, оно как швед для нас, свою жизнь проверяем, швыряем, накладываем одно на другое и видим погрешности свои. И он отметил две истины, которые здесь записаны. «От тайных моих очисти меня». И вторая часть грехов. «И от умышленных удержи меня, чтобы не возобладали мною». И тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Слава Богу, на сегодняшний день мы, наверное, за собой не замечаем великого развращения. Но мы отмечаем некоторые вещи, на которые не можем не обратить внимания. И прежде всего, от тайных моих очисти меня. То есть, все пороки, те грехи, которые я даже сам не замечаю. Вы согласитесь, что в этом великая опасность заключается и скрывается? Ходить и не знать, что в тебе живет.
Я помню, когда-то я буду свободно говорить на эту тему, потому что этой и сестры здесь нет. Да я вообще, еще раз повторю, я никогда, когда эти примеры привожу, не с той целью я их прошу кого-то унизить, но как факт, как истина, которая часто встречается в жизни. Когда мы стали с ней беседовать, она приезжала с пастором, то она сказала так: «Я не могу понять, что со мною происходит». То есть вот то, что она выразила, она не могла видеть, что с ней происходит. И она объясняет так: все хорошо. Потом однажды наступает время, и я срываюсь, куда-то бегу, могу на несколько дней и ночей пьянствую. Все это проходит. Я вот прихожу домой, и что интересно, мне очень приятно напоминать об этом. Говорю: никогда мне мой муж, никогда моя свекровь меня не ругали и ничего не говорили. Муж, говорит, иногда скажет: ну вот, и наша красавица уже пришла. И мне, говорит, так стыдно. И сегодня, говорит, меня отругали, я же понимаю, что я делала. Я же, говорит, понимаю, что это никому радости не доставляет. И, говорит, и мне так становилось стыдно, что они, говорит, никогда ничего. Ну вот наша красавица, она, и что-нибудь похожее на это пришла уже. И как будто ни в чем не бывало. И когда мы побеседовали и стали молиться, дьявол ее сразу кинул и стал кричать: во имя Иисуса, дух кто ты? Говорит: я дух кодирования. Она несколько раз кодировалась от пьянства. И когда покаялась, вроде бы что-то успокоилось. Вроде бы жизнь переменилась. Но говорит: но приходит момент, не понимаю, что случилось со мною. От тайных моих очисти меня. Но чтобы эти тайны раскрыть, это же надо свет какой-то иметь. Это же надо иметь какое-то особое служение или воздействие. Вы знаете, друзья, насколько это важно. Я хочу сегодня сравнить, не довевши тему до конца. Все-таки, что ж страшнее, тайное или явное, которое через разум проходит? Ну, наверное, скажете, что, ну, наверное, все-таки тайное, потому что оно неожиданно. Один из братьев однажды рассказывал мне такое событие, когда несвободный человек, он после этот человек рассказывал, почему он нашел его дом? Почему он бежал, почему он окна бил? Это конкретно наш брат. Я не американские примеры провожу, а конкретно. Он говорит: никогда не думал, что во мне живет что-то. И дурилась команда. Бежу вперед тому и тому вред делать. Он говорит: я не знаю, где он живет. Он говорит: я бегу, он командует: теперь направо поверни, теперь поверни налево, а теперь сюда. И довел его туда. И когда впоследствии за этого брата, он вышел в психбольницу, стали молиться, то Господь через сосуд сказал: если бы вы знали, что многие из вас стоят на этом пути, то есть не знают, что внутри делается. Вы представляете, насколько это опасно? Ходишь нормально, вдруг что-то поднимается, как это, ярость внутри, неизвестно откуда что пришло, и человек начинает делать зло. Опасно. Очень опасно. Я приведу один пример. Библейский пример. Насколько опасно человеку не знать, что в нем живет. И какое преимущество молиться: Господи, от тайных моих очисти меня. Потому что они однажды возымеют действие. Они однажды, эти тайны, откроются. И это будет неприятно. Я беру пример, библейский пример. Сегодня брат затрагивал Езекию. Это был благочестивый царь, правда? Идолы разрушал. Революцию сделал в стране. Послал гонцов: идите, призывайте к Богу. Написано, над ними смеялись, издевались. А Езекия делал свою работу. И некоторые пришли. Смотрите, читаю этот случай. Или излагаю вот эту историю Езекии. Заболел Езекия смертельно, вы помните? И он молится. 38 глава, 11, 22 стихи Исаии. Я говорил: не увижу я Господа, Господа на земле живых. Не увижу более человека между живущими в мире.
Жилище мое снимается с места и уносится от меня, как шалаш пастушеский. Я должен отрезать подобную ткачу жизнь мою. Он отрежет меня от основы. День и ночь я ждал, что ты пошлешь мне кончину. Я ждал до утра. Подобно льву он сокрушал все кости мои. День и ночь я ждал, что ты пошлешь мне кончину. Как журавль, как ласточка издавал я звуки. Тосковал, как голубь. Уныло смотрели глаза мои к небу. Господи, честно мне, спаси меня. Что скажу я? Он сказал мне, он и сделал. Тихо буду проводить все годы жизни моей. Помня горесть души моей. Господи, так живут. И во всем этом жизнь моего духа. Ты исцелишь меня. Даруешь мне жизнь. Вот во благо мне была сильная горесть. И ты избавил душу мою от рва погибели. Бросил все грехи мои за хребет свой. Ибо не преисподняя славит тебя, не смерть восхваляет тебя, не нешедшие в могилу уповают на истину твою. Живой, только живой прославит тебя, как я ныне. Отец, возвести детям истину твою. Господь спасет меня. И мы во все дни жизни нашей, со звуками струн моих, будем воспевать песни в доме Господнем. И сказал Исаия: пусть принесут пласт смок и обложат им нарыв, и он выздоровеет. А Иеки сказал: какое знамение, что я буду ходить в дом Господень. Забегая наперед, скажу, этот благочестивый человек не знал, что в нем. Вы понимаете смысл этого, вот этого местописания? Когда он заболел смертельно, Господь щедр, он добавил ему 15 лет. И когда он болел, он молился и говорил: живой, только живой прославит себя. И я спокойно, мирно буду жить и будем воспевать песню тебе. Слушайте следующую историю. Господь дал ему знамение, он поверил, получил исцеление. И вот следующая история. В то время Меродах Валадан, сын Валадана, это Исаия 39 глава 1-8 стихи, царь Вавилонский, послал к Езекии письмо и дары, ибо слышал, что он был болен и выздоровел. И обрадовался посланным Езекии и показал им дом сокровищ своих, серебро и золото, и ароматы, и драгоценные масти, и весь оружейный свой дом, и все, что находилось в сокровищах его. Ничего не осталось, чего не показал бы им Езекия в доме своем и во всем владении своем. И пришел пророк Исаия к цару Езекии и сказал ему: что говорили эти люди? И откуда они приходили к тебе? И Езекия сказал: из далекой земли приходили они ко мне, из Вавилона. И сказал Исаия: что видели они в доме твоем? И Езекия сказал: видели все, что есть в доме моем. Ничего не осталось в сокровищах моих, чего я не показал бы им. И сказал Исаия Езекии: выслушай слово Господа Савоофа. Вот придут дни, и все, что есть в доме твоем, и что собрали отцы твои до сего дня, будет унесено в Вавилон. Ничего не останется, говорит Господь. И возьмут из сыновей твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, и они будут евнухами во дворце цара Вавилонского. Согласитесь, не очень приятное слово. И сказал Езекии Исаии: благо слово Господне, которое ты изрек, потому что присовокупил он: мир и благосостояние пребудут в дни мои. Если читать дальше священное слово, то мы узнаем, в чем была причина. Ведь вот то, что случилось с Езекией, это не было славой Бога. Это не песни были, что теперь тихо и мирно. Ты сказал, ты сделал, и я славить тебя буду. Говорил: ну я когда живой, то я прославлю тебя. А мертвый разве славит тебя? И вот он живой. Но он кое-что не видел. Тут же и дальше читаю. В чем дело? Я просто все аргументирую Словом Божьим. Чего не видел Езекия? Вторая книга Паралипоменон. 32 глава. 24-26 стихи. Все дни заболел Езекия смертельно. И помолился Господу. И он услышал его и дал ему знамение. Но не воздал Езекия за оказанное ему благодеяние, ибо возгордилось сердце его.
не знал и не видел. Если бы он увидел, наверное, сказал бы: Господи, вот сегодня не ухожу, не надо мне 15 лет. Но правда, это был смиренный человек. Когда Господь изрек на него вот такое пророчество, что у тебя твои сыновья, это будет не твои, они будут рабами там где-то, и город будет разрушен, и все заберут то, что ты показывал, то он опустил голову и сказал: пусть будет так. Вы знаете, как важно иметь смирение. И Господь сказал: ну раз так, то в твои дни этого не будет, это будет с твоими потомками. Но радости-то от этого мало. Да не только езяки. А вы помните, когда Иисуса Христа уже, по сути дела, приговорили к казни, Иисус это знал, и он говорил своим ученикам, они-то думали, что они будут министрами у него, они совсем не думали, что так дело пойдет все. И когда он сказал, что на крест пойдет, будет казнен, и они все его оставят, 1 Петр, а за ним все остальные били себя в грудь и говорили: если только кто может быть оставить, но я никогда. Иисус говорит: Петр, ты не знаешь себя, ты не знаешь, что в тебе. Истину говорю тебе, не успеет дважды пропеть петух, ты трижды от меня отречешься. И так оно и было. Важно все-таки, молитва: Господи, от тайных моих очисти меня. Но вы, наверное, не думаете, что более страшный грех сознательный, чем тайный. Когда тайный грех приходит, когда человек делает его, когда у него открываются глаза, он говорит: Господи, прости. Прости. Он начинает смиряться, он начинает каяться. И когда Петр, не знающий себя, вот дал такое обещание: я никогда не оставлю. Если все ставят, то я никогда не оставлю. И когда совершилось предсказанное Господом, когда запел петух, Иисус глянул на Петра, вы помните, что было с Петром? Петр горько заплакал. Предал, оставил, не выдержал. И эти слезы были учтены Господом. Вы знаете, что Библия говорит? Если кто отречется от меня, от того отрекусь и я. Так написано, правда? Но когда Петр это сделал, не знающий себя, он не знал своих слабостей, он искренне думал, что он никогда не оставит, то эти слезы раскаяния, они омыли его вину. Ну, вообще-то, он сердце, кровь Христа омыла, но начало было положено слезами Петра. Слава нашему Господу, друзья, что мы сегодня имеем право плакать. Если в нашу жизнь врывается грех, который мы даже не ожидаем, который бывает не раскрыт нами самими, то тогда, когда открываются наши глаза, когда мы опускаемся на колени, когда начинаем плакать перед Господом, то могучий поток крови Христовой делает нас свободными. Слава Ему и благодарение! Я очень хотел бы, чтобы Господь очистил нас от наших тайных. Я надеюсь, вы поняли, о чем я веду речь. Это то, что мы сами не подозреваем. Это то, что, о чем сами не думаем. Но мы сегодня благодарим Бога от искренности сердца, что тот, который над нами, знает и наши тайны. Ему можно молиться такой молитвою: от тайных моих очисти меня. И он очищает. Слава ему и благодарение. Сначала показывает в обстановке, какие мы есть. А потом: ну теперь, вот видишь, какой ты. А ты думал, что ты совсем другой. Ты думал, что у тебя вот все хорошо. А вот посмотри, что ты сделал, когда такая обстановка пришла. Ты оказался неузнаваемый ни для себя, ни для других. Следующее, на что я обращаю внимание, от умышленных воздержи меня, удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною, и тогда я буду чист от великого развращения. Вы знаете, что такое умышленный грех? Это не неожиданный. Человек прекрасно понимает, что это грех. Хорошо понимает последствия. Но почему люди грешат сознательно? Есть выгода от греха?
Если бы не было выгоды, да, в отношении вечной жизни, в отношении святости, нет никакой выгоды. Это плач, в конце концов, это слезы, это стыд перед раскаянием, это стыд перед людьми. Но когда грех делается, то люди получают какое-то удовольствие. Если бы это было не так, то люди бы его не делали бы. И Священное Писание говорит так. Я напомню, почему у людей, у нас так получается часто. Я прочитаю один из текстов Писания. Это будет 16 псалом, 8 глава, 16 псалом, 8 стих, 14. Несколько прочитаю, 6 стихов. «Храни меня, как зеницу ока, в тени крыл твоих укрой меня, от лица нечестивых, нападающих на меня, от врагов души моей, окружающих меня. Они заключились в туке своем, надменно говорят устами своими. На всяком шагу нашем ныне окружают нас. Они устремили глаза свои, чтобы не сложить меня на землю. Они подобны льву, жаждущему добычи, подобны скипну, сидящему в скрытных местах. Восстань, Господи, предупреди их, не сложи их, избавь душу мою от нечестивого мечом твоих, от людей, рукой твоей, Господи, от людей мира, которых удел в этой жизни, которых чрево ты наполняешь из сокровищ твоих, сыновья их сытые и оставят остаток детям своим». Вы знаете, почему люди грешат? Потому что их удел в этой жизни. И когда они что-то планируют, когда они что-то решают, то первое, что они делают, чтобы здесь, на земле, был достаток и порядок. Вопрос духовного порядка, вопрос вечной жизни у них стоит на первом плане. Вы скажете, что здесь написано о людях этого мира. Но вы знаете что? Библия говорит, и в церкви могут такие быть. Вы помните место Писания? Они были с нами, но не были наши. Ибо, если бы они были наши, они остались бы с нами. Но они вышли, и через это открылось, что они вообще наши. А почему они вышли? Они не могли жить по законам, как живет церковь. Они не могли жить по стандартам святости. Их никто здесь не поддерживал. Они не могли нигде места себе найти. Потому что удел в этой жизни. Я бы очень хотел, чтобы мы сегодня на это обратили внимание, потому что вот то, о чем я теперь говорю, это уже то, что проходит через разум. И смотрите, какое поведение таких людей, которые сознательно грешат. Я читаю Псалом 35, 3-5 стихи. Слушайте. «Ибо он льстит себе в глазах своих, будто отыскивает беззаконие свое, чтобы возненавидеть его. Слова уст его – неправду и лукавство. Не хочет он вразумиться, чтобы делать добро. На ложе своем замышляет беззаконие, становится на путь недобрый, не гнушается злом. Он льстит себе в глазах своих, как будто отыскивает беззаконие. Но это неправда». Вы, наверное, таких людей слышали, которые постоянно, как только какая-то конференция, как только это собрание, они всегда поднимают руки и спрашивают, а как вот это нам делать можно или нет? Как будто они в самом деле хотят узнать, можно или нет. Один раз слышат, нет. Все равно задают опять. Может получится, да. Потом опять нет. И 20 раз нет. И все равно поднимают вопрос, можно или нет. Он просто льстит в глазах своих. Как будто беззаконие отыскивает. Но это неправда. Это лукавство. Это просто самоуспокоение. И вы их видите, этих людей. Несколько целей преследуют. Первое. Может быть, кто-то окажет поддержку, тоже скажет «да». Они тогда растут. Вторая причина. Втянуть в дискуссии, попытаться переубедить, что добро – это зло, что тьма – это свет. Но что-то выглядит как? Можно или нельзя? Как будто в самом деле хочет святости. И проходят годы, а они те же самые. И не меняются. Священное Писание говорит, что такой человек, который сознательно грешит,
Он не кается. И он будет падать вниз. И он наконец дойдет до той стадии, о которой написано, это будет великое развращение. Еще не остановится. Еще не скажет греху нет. Еще не скажет стоп. Я вам прочитаю один пример. Вторая книга Паралипоменон, 26 глава, 16-21 стихи. Но когда он сделал еще силен, это Озия, царь Озия. Но когда он сделал еще силен, возгордилось сердце его, на погибель его, и он сделал еще преступник пред Господом Богом своим, ибо вошел в храм Господень, чтобы воскурить фимиам на алтаре кадильном. И пошел за ним Азария. Слово Азария переводится «помощь Господа». Как нельзя кстати. Озия решает делать зло, решает идти кадить на алтаре кадильном, а помощь Господа еще идет за ним. Священник. И с ним 80 священников Господних, людей отличных. И воспротивились они Озии цару и сказали ему: «Не тебе, Озия, кадить Господу. Это дело священников, сынов Ароновых, посвященных для кождения. Выйди из святилища, ибо ты поступил беззаконно, и не будет тебе там честь у Господа Бога». Смотрите, человек намеревается делать грех. Священники знали закон. Они на основании закона предупреждают его: «Озия, мы не просто выдумали что-то. Мы читаем священное писание, у нас есть закон Моисея. У нас есть порядок». Говорят: «Не тебе, Озия, кадить Господу. Для этого священники есть». Это был момент остановиться. Это все проходило через разум. Это не было тайно. Это не было как-то спонтанно. И что-то откуда-то произошло, неизвестно откуда. Но, к сожалению, написано: «И разгневался Озия». А в руке у него кадильница для кождения. Не сказал так, как ежеки: «Ну что ж, раз так, простите меня, я поворачиваюсь назад, я не буду этого делать». Он так не сказал. У него не хватило смирения. У него не хватило мужества сделать шаг назад. Он понимал, что он царь. И разгневался Озия. А в руке у него кадильница для кождения. И когда разгневался он на священников, проказа явилась на челе его, пред лицом священников в доме Господнем, у алтаря кадильного. И взглянул на него Азария, первосвященник, и все священники. И вот у него проказа на челе его. И понуждали его выйти оттуда. Да и сам он спешил удалиться, так как поразил его Господь. И был царь Озия прокаженным до дня смерти своей. И жил в отдельном доме, и отлучен был от дома Господня. Дорогие братья и сестры, а теперь сравните. Тайное и прошедшее через разум. Тайная опасность со своей стороны. Это неожиданно может проявиться. Но там работает разум. Человек сразу кается, падает на колени: «Господи, прости». А умышленное он делает и не кается: «Я правда совершил предачу». И вот Давид молится. Он хорошо знал путь развращения. Почему люди развращаются и падают? Почему не могут остановиться? И указал на эти две причины. Друзья мои, я бы хотел, чтобы в сегодняшний день мы пристали пред лицо Господне и могли сказать Господу то, что есть в нашем сердце. А самое главное: «Господь, от тайных моих очисти меня, а от умышленных удержи меня». Удержи меня от умышленных. Я понимаю, но не могу. Конечно, есть разные причины, почему люди грешат, понимая. Есть немощь. И 20 раз падают на одном и том же самом месте. Но если он кается, если он исповедует грех грехом, то помните, что написано? Праведник 7 раз упадет, и что будет с ним? И встанет. Ну скажите, что же за праведник, который 7 раз падает на одном и том же? Что же за праведник? Он праведник потому, что он называет вещи своими именами. Он никогда не оправдывается. Он признает свою вину. Он опускается на колени. Он кается перед Господом. А Господь сказал: «Сколько прощать брату моему? Да 7 раз, скажем, не 7 раз, а 70 раз по 70, или 7 раз по 70. Чем более Господь. И в конце концов, когда Господь довершает свою работу, то этот праведник уже не будет 7 раз падать. Он будет устойчиво стоять на пути спасения. Он будет идти этим путем. Он получит благословение. Он сознательно это не делает и не оправдывает.
Это то, что он сделал. Друзья мои, дорогие братья и сестры, я хотел бы, чтобы сегодня милость Господня коснулась сердца каждого из нас. То, что мы сегодня прочитали, то, что мы сегодня слышали, это нужно для нас для того, чтобы наш путь христианский был успешным. Чтобы мы не занимались тем, что падать и вставать, грешить и каяться. И вся работа у некоторых людей такая. Ну, правда же? Их вся работа грешить и каяться, грешить и каяться, грешить и каяться, грешить и каяться, и грешить и каяться. Но Бог дал нам сегодня день, друзья, чтобы мы опустились перед Ним на колени, чтобы могли возопить Господу, чтобы могли открыть Ему наше сердце. И я нисколько не сомневаюсь, что сегодня благодать Господня, она будет делать свою работу. Между нами живой Господь. Он сказал так: я был мертв, но сегодня жив во веки веков и имею ключи от ада и смерти. Славу Ему и благодарение. Поэтому, друзья мои, если сегодня в нашем собрании есть те, кто еще никогда не каялся, мы давайте встанем на ноги. А кто никогда не просил прощения у Господа, кто понятия не имеет о тайном и явном, сегодня для вас Господь дал день, день покаяния, день милости Господней. И то, что вы сегодня слышали, оно было направлено и к вам, для спасения вашей души. Поэтому, пожалуйста, если в нашем собрании есть сердца, которые хотели бы сегодня впервые помолиться, впервые ощутить прощение Божие, впервые ощутить перемену в сердце, впервые ощутить радость спасенной души, впервые стать у стан народа Господня. Вы сегодня это можете сделать очень просто, пройти вперед, склониться перед Господом. Я нисколько не сомневаюсь, Бог даст вам спасение и жизнь вечную. Если сегодня среди нас есть те сердца, которые хотели бы помолиться какой-то особенной молитвой, которые хотели бы по-особому изложить свою нужду. Я имею в виду верующих людей. Вы сегодня также можете это сделать. Выйти сюда вперед, сложить свои колени перед святым и всемогущим Богом. И церковь будет молиться за вас. Господь будет видеть ваше сердце. И я думаю, что благословение Господне, оно не пройдет стороной вас, вашей жизни, и повлияет не только на вашу жизнь, но на жизнь вашей семьи. Потому что очень часто от нас самих зависит и духовная атмосфера в семье. Поэтому, пожалуйста, я долго призывать не буду, но если у вас есть нужда, выходите вперед, клоняйте свои колени, открывайте свое сердце перед Господом, и пусть сегодня милость Господня совершает свою работу. Молимся! Господь, великий Боже, Ты знаешь, Господи, нужды и проблемы Твоего народа. Господь, великий Бог, мы хотим молиться, Господь, не просто обрядовой молитвой. Мы хотим, Господи, чтобы те слова, которые будут исходить из нашего сердца, они были искренними перед Тобою, чтобы Твоя слава, чтобы Твой Дух Святой могли наполнить это место, на которое Ты сегодня собрал нас во имя Твоей пролитой крови, во имя Голгофской жертвы, во имя святой любви, Господь. А мы человеки, но Ты святой и всемогущий Бог. Рука Твоя, Господи, всегда была высоко поднята. И сегодня простри Твою милость, простри Твое благоволение. Открой Твои благословенные источники и ответь на нужды, ответь на проблемы Твоего народа. И прежде всего, Господь, если мы видим, Господи, мало, а Ты видишь больше, видишь тайны в наших сердцах, видишь, Господи, то, что однажды может послужить к падению, может послужить, Господи, к возросшим проблемам, то мы сегодня просим Тебя во имя Твоей пролитой крови от тайных наших очисти нас, Господи. Если Ты видишь в нашей жизни то, Господи, умышленное, что мы понимаем, что плохо делаем, но не можем остановиться по определенным причинам, то Сам помоги в этом, Господи. Открой Твои благословенные источники, дай Твою милость, дай Твою благодать, чтобы это умышленное не возобладало нами, не привело к глубокому падению, к разврату, к отпадению от Тебя, к отсечению от Твоего народа. Господь, великий Бог, мы сегодня умоляем лицо Твое, вдохни Твоей вечной силой, Господь, вдохни Духом Святым, дай нам почувствовать власть Твою и силу Твою, ибо она могущественна и велика. О, великий Дух Святой, Ранкутария, Роскинс, Кальмария, Шарвиген, Гармита Стар,
благоден, Господь. Наполни Духом Святым сердца Твоего народа. Наполни, Господи, ревностью. Наполни, Господи, те сердца огнем и горением, которые остыли, которые сегодня Ты не можешь назвать ни холодными, ни горячими, Господи, но теплыми, в самом опасном состоянии. В самом опасном положении, с самыми большими проблемами и трудностями, Господь. Поэтому, Боже, благослови Твой народ, который, Господи, с особой проблемой склонился сегодня перед лицом Твоим, чтобы получить милость от Тебя, чтобы получить благословение, чтобы еще раз согреться у подножия Твоих святых ног, чтобы еще раз открылись Твои благословенные источники, источники жизни и любви, которые, Господи, в прошлое время были, Господи, засыпаны филистимлянами, засыпаны этими лукавыми щилами, Господь. Мы хотим откопать эти источники. Мы хотим слышать пророческий голос. Мы хотим, Господи, видеть наших братьев и сестер, имеющих видение и откровение. Мы хотим, чтобы никакая нечистота, никакие демонические силы не могли находиться и прятаться в Твоем народе, Господь, во имя Твоей пролитой крови. Вдохни, Господи, силой Твоею, очистительной кровью Твоею, разрушь все преграды, эти крепости дьявола, которые были построены в прошлые времена, и сегодня, Господи, Он утвердился в них, Боже, да рухнут они от действия Твоей благословенной силы, да развалится его, Господи, укрепление от мощной силы Духа Святого, от Твоего чудесного слова, которое сегодня распространяется по нашей земле, по нашей планете, в наших городах и селах, и звучит и сегодня в нашем городе. Слава Тебе, Господь! На то, что Ты насадил церковь Твою и определил быть Твоим светильником в этой местности, в этом месте, Господь. Поэтому дай Твою благодать, пошли ее еще в большей мере. Дай, Господи, терпение Твоему народу и дай дух молитвы, Господь, чтобы эти молитвы не были в тягость, не были как наказание, но чтобы могли отрывать нас от земли, чтобы обновлялись наши, Господи, крылья веры, чтобы они поднимали нас над этими земными трудностями и проблемами, чтобы нам действительно быть Твоим народом, о котором Ты сказал, что дал власть наступать на всякую вражью силу, разрушать все, Господи, проклятия дьявола, обнаруживать, Господи, тайные замыслы, чтобы не упадать в эти щети, не упадать в обольщение, не упадать, Господи, в эти, Господи, заключения под силами тьмы, Господь. Но дай Твои откровения, дай Твои вразумления, дай, Господи, милость Твою и наполни, Господи, братьев, которые теперь молятся. Наполни их Духом Святым. Наполни Твоей властью. Наполни, Господи, Твоим благословением и в Твоем благоволении. Восстанови те сосуды, которые сегодня молчат. Восстанови тех, кто, Господи, сегодня уязвлен. Кто сегодня, Господи, изранен и измучен. Кто сегодня, Господи, с большими трудностями совершает это земное поприще. Отец, Ты это можешь сделать во имя пролитой крови Иисуса. Ты это можешь совершить силой Твоего Святого Духа. Ты это можешь обнаружить через Твои откровения, через Слово Твое. Ибо мы хотим быть свободными. Мы хотим быть достойными, Господи, звания, которое Ты нас призвал. И достойны того имени, которое Ты начертал, Господи, на наших челах, на нашей жизни, на нашем сердце, в наших чувствах и в нашем разуме, Господь. И так благослови. Помажь, Господи, Духом Святым. И пусть Твоя чудесная, владычествующая сила пройдет, Господи, по стану Твоего народа. Пусть, Господи, оживятся души для Твоей славы. И пусть, Господи, милость Твоя и в дальнейшее время совершает свою работу. Господь, дай дух молитвы Твоему народу. Открой, Господи, Твою щедрую руку. Наполни сердца Духом Святым, и пусть Твоя любовь будет главенствующей в наших отношениях, в нашей, Господи, судьбе, в нашей жизни, Отец. Ты это, Господи, можешь сделать, ибо Ты можешь покрыть Твоей святой любовью и нас, которые, Господи, страдаем от отсутствия этой любви. Но Ты, Господи, призвал нас такими, какие мы есть сегодня, и Ты не ошибся в Твоих планах. Ты знал, какие мы будем, но и в сегодняшний день Ты даруешь нам милость, Ты даруешь нам благословение. Ты даруешь нам поддержку, Господи. Ты даруешь нам Твою истину, в которой мы можем увидеть сами себя, увидеть наши проблемы и увидеть путь освобождения, который, Господи, Ты предложил для нас. Дух Святой, наполни нас молитвой, Господь.